Я нахожусь на территории знаменитого дворца. Дворца, построенного сыном царя Ирода, Иродом Антипой, как столичный дворец. То есть под горой Ирод строит город, а на вершине горы, как это принято там в древнем мире, строится дворец. Дворец, с которого видно все. И вот знаменитый этот Ирод Антипа, Ирод, который сын Ирода Великого и самаритянки Малтаки, который вошел в Новый Завет как человек, убивший, приказавший обезглавить Иоанна Крестителя, потому что он обещал своей падчерице, дочке своей жены Соломеи, которая танцевала, за ее прекрасный танец, он сделает все, что она хочет. И вот Соломея попросила голову Иоанна Крестителя, которая была ей доставлена на блюде, и танцевала Соломея не где-нибудь, а прямо здесь. Прямо здесь, вот на территории этого дворца, когда-то происходил пир, во время которого Соломея так хорошо танцевала, что заслужила у царя просить все, что она хочет. Вот, и представьте себе дальнейшую историю этого царского дворца, когда здесь в дальнейшем это продолжение, цари продолжали использовать это как царский дворец, в частности, Агриппа I, получивший прекрасное образование. Это был сын старшего сына Мирьям и Ирода. То есть Мирьям Ирод любил и казнил и своих двух сыновей от нее, но дети были уже взрослые и успели обзавестись своими детьми. В частности, вот правивший здесь Агриппа I был сыном старшего сына Ирода Александра. И этот Агриппа I, он вообще его любил народ, он вошел в историю как такой, в общем, во-первых, он был друг Калигулы, он не очень долго правил, но умел так же, как его дедушка, хорошо общаться с римскими властями, как-то учитывать их настроение и пожелания, то есть его в Риме любили, и он старшую дочку свою, Беренику, у нее была удивительная судьба. И у него было трое дочерей и сын. Сын его, это будущий царь Агриппа II, который будет править долго. О! Агриппа II, он аж до 100-го плюс года новой эры правил. И он был младшим из детей, и его даже обвиняли в том, что он был влюблен в собственную сестру Беренику. Вообще, это Береника удивительная женщина, которая... Так, давайте чуть позже про Беренику. Сейчас я хочу показать. Так, а я где-то в какой-то момент перестала записывать. Не знаю, в какой момент. Сегодня в этом дворце Береники гуляют коровы. Причем свободно совершенно пасутся. И сверху вон у них птички на этих коровах. А когда-то отсюда царь, построивший этот дворец, сын Ирода, Ирод Антипа, он видел весь город, который он построил себе как столицу. Сегодня мы смотрим с вершины холма, под которым находился город, и видим так, как видел Ирод Антипа. Он видел все, что творилось на берегу, в частности, Капернаум, который славился своими проповедниками и чудесное кормление там двумя рыбами и пятью хлебами, например, после которого Иисус говорит ученикам срочно плывите на другую сторону, то есть в царство Ирода Филиппа, потому что с Иродом Антипой они не хотели иметь дело. Ирод Антипа успел себя зарекомендовать как гонитель христианства. Он это было уже после того, как был обезглавлен Иоанн Креститель. Вот, над нами жужжит дрон, то есть мы снимаем дворец Береники и гору Береники, и речку Береники, и тут и сам берег называется берег Береники, то есть вообще все местные достопримечательности, они все сохранили имя красавицы-царицы, которая чуть не стала в Риме императрицей, причем будучи вполне уже в серьезном возрасте. Береника выросла здесь, вот в этом дворце. Дочка, старшая дочь Агриппы I, и ее рано выдают замуж, как это было принято тогда, естественно, не по любви, а из политических соображений. И Береника, которая
быстро достаточно овдовела, возвращается домой, ее снова выдают замуж. И тоже, в общем, не очень долго она была женой мужа, и опять она возвращается домой, уже зрелой женщиной с двумя детьми, причем второй ее муж, это был ее родной дядя. И она живет здесь, и фактически она правит вместе со своим братом, то есть она соправительница Ирода Агриппы II. После смерти отца в 44-м году новой эры Ирод Агриппа II получает власть, и он таки долго достаточно правил, причем вместе с Береникой. И в Новом Завете они упомянуты, как приехавшие на суд в Кесарию, когда судили Павла. Вот сейчас я прохожу мимо бассейна, то есть дворец был со всеми удобствами. В Твери всегда жарко, так что бассейн здесь был совершенно замечательный. Вот, и вся эта система сбора воды дождевой, и остатки мозаики на полу, и под горой был город. Город, в котором, естественно, была главная улица Карда, были ворота, был театр. И история того, как Береника, уже, видимо, влюбленная в Тита, который лет так на 15 ее моложе, слышит крики, когда на сцене этого театра убивали всех, кого пригнали из Магдалы, то есть из Магдалы пригнали людей в театр. Причем людей было столько, евреев плененных, что они выстроились практически в цепочку беспрерывную от Магдалы до Твери. И когда они оказываются на сцене театра, то тех, кто работоспособен, они идут, соответственно, в гладиаторы, в рабы, а стариков их просто безжалостно убивают. И вот можете себе представить, сейчас мы смотрим на этот театр, который у нас под горой, и как находящаяся здесь царская власть, Агриппа II, Береника, слышат крики, доносящиеся из театра, крики евреев, которых безжалостно убивают, и что они думают про свой народ и про перспективы. Они пытались восстание как-то остановить, и, в общем, они были проримско настроены, но ничего из этого не получилось, и Береника, она всю жизнь борется с желанием, чтобы мир был в ее стране, и со своей любовью к римскому военачальнику, который, собственно, разрушает всю ее страну, и начинается наш длинный период галута, период изгнания.